Куда обращаться за помощью социального работника? Как пройти углубленную диспансеризацию после того, как переболели коронавирусом? Каким образом можно получить материальную помощь, если попал в трудную жизненную ситуацию? Об этом и многом другом представители общественных организаций рассказали посетителям Химкинского центра реабилитации инвалидов. Не только лечебные учреждения заинтересованы в тем, чтобы вылечить пациента, но и нам важно, чтобы наши граждане, особенно лица пожилого возраста, имели как можно более высокий статус своего здоровья. Организаторы уверены, в трудной ситуации эта информация поможет быстро сориентироваться. Если один человек услышал, у него узнают уже соседи, его друзья об этой ситуации, о каких-то новостях или тех или иных возможностях. Вот. Поэтому это в первую очередь источник информации. Тем более сейчас, когда люди закрыты в связи с пандемией. Теперь такие встречи будут проходить на регулярной основе. Thank you.